Песня длинная, ну, потому что жизнь у них у всех была короткая, слишком рано они от нас улетели. Ну вот все, на новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправил все же к нашим, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно как, отсутствует металл. Хоть крылья за спиной не наблюдаю, летаю, как при жизни не летал. Летаю, сколько в жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожен. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Мы живы, хоть облаками родными. Нас радует здесь небо холодок. Ни рай, ни ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим. А в ад, нам и самим-то не везун. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Вне возраста все летчики в полете равны все. Летеха и Головком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете. И Уточкин с одесским юморком. А Вася Сталин, ну тот особняком. Шумит нам про исправность всей матчасти. Припадал за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях он целый город опять сгорел. И новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю. На входе гарнизон нам КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны.
И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. А как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно, теперь уже можно, нам уже можно.